Школа Роули. Дом диких кошек. Удачи, Дженни. Мы всегда тебя прикроем. Нам повезло, что ты в команде. Спасибо, это многое значит. Выйдем, мы победим. Хорошо, дамы, слушаем меня. Первая игра в сезоне, и мы снова защищаем звание чемпионов штата. Если снова возьмем титул, это будет пятый раз подряд. И это новый рекорд. Как мы творим историю? Делая то же самое, что и каждый год. Работаем вместе и играем в команде. Да, верно. А теперь мы выйдем на поле. И мы напомним им всем, кто мы и как попали сюда. Да. Хорошо, все вместе. Кто мы такие? Дикие кошки! Я вас не слышу! Дикие кошки! Еще раз! Дикие кошки! Идите туда и покажите им, кто вы такие. Где мои щитки? Я видела какие-то в раздевалке. Странно. Скамейки запасных. В главных ролях Кристина Кокс, Сара Грей, Таня Кларк, Ханна Ванденбайгард, Сьерра Вулдридж и другие. Это надо отнести в ванную. Это правильное решение, Кэмерон. У меня была жизнь. Там все мои друзья. Ты играешь в футбольной команде. Ты найдешь новых друзей. В Вестфилде я была капитаном, мама. Знаешь, сколько я работала над этим? Роули выигрывают 4 года подряд. С тобой в команде могут выиграть и в пятой. Ты должна посмотреть шире и понять, что это выигрыш и для тебя, и для школы. Да, и все скажут, что выиграли бы и без меня. Все будут смотреть на команду чемпионов. Но это же дикие кошки, они соперники. Нет, они были соперниками, больше нет. Станешь старше, поймешь. Ого, какие мудрые слова. Спасибо, мама. Школа Роули. Дом диких кошек. Что ты ищешь? Кабинет химии, 131. Нет, химия в 214. По коридору и налево. Спасибо. Ты Хейли, да? Да. Да, мы играли с вами, я знаю, кто ты. Естественно.
Так, это не кабинет химии. Естественно. Это тест для подтверждения того, что вы усвоили материал прошлого года. Привет. Ты Кэмерон? Простите, зашла не в тот кабинет. Садись. Это просто дружеские подколки. Я поняла. Я рада, что ты с нами. Ты отличный бомбардир. Спасибо. Ты тоже на психологии? Это так клево. Да. Я Пол. Привет, Кэмерон. Хорошо, успокаиваемся. Мы все заметили, что у нас новая ученица. Поприветствуем Кэмерон Лоу в школе Роули и кабинете психологии. Проведем обзор знаний и введем мисс Лоу в курс дела. Она еще и учитель? Да. И если думаешь, что она жесткая только на поле, не надейся. Да, хорошо. То есть, можно было немного позже, но хорошо. Привет, Кэмерон. Что это было? Что? Она славная, вместе со мной на психологии. Ладно, пофиг. Хейл, прекращай. Это просто дружелюбие. Я же тебя люблю. И что будешь с этим делать? А что еще я должен сделать? Принимаем пас, девочки. Аккуратней, девочки. Давайте четко. Ладно, один на один. Кэмерон, Хейли. Хейли, попробуй ее обойти. Ого, молодец! Шикарный удар! Молодец, Кэмерон. Повезло. Никогда так близко не видела Кубок чемпионов. Да, впечатляет. И все это без тебя. Ты хорошо себя показала. Спасибо. Да, нам всем повезло, что ты в команде. Теперь ты официально дикая кошка. Но хватит расшаркиваний, к делу. Конечно. Учеба на первом месте. Оценки пойдут вниз, вылетишь из команды и никаких «если» и «но». Любимчиков у меня в классе не бывает. Да, я такого и не ждала. Хорошо. Мы сплоченная семья, и игра в команде — залог того, что мы выиграем очередной чемпионат. Моя команда, мои правила. Что случилось с Дженни Пирс? О, ты об этом слышала? Да, печальная история. Но со временем она поправится. Нам не хватает ее на поле, но ты об этом не волнуйся. Это
Был трагический случай, но мы сделали все, чтобы это больше не повторилось. Я и не волновалась. Хорошо. Я вижу, футбол много значит для тебя. Ты занимаешься им от всей души, и я хочу поднять тебя на другой уровень. Хорошо. Тогда маленький дружеский совет. Тебе стоит надолго забыть про перекусы по вечерам. Кэмерон, ужин готов. Что это такое? Ужин? Мама, сколько раз повторять, мне нельзя углеводы на ночь. Они из безглютеновой пшеницы. Это должно быть полезно. Ты же не кролик, ты ослабеешь. Я должна быть на пике формы в этом году. Ты хотя бы об учебе думаешь? Ты привезла меня сюда, чтобы я играла в футбол, а я не должна об этом думать. Я не это сказала. Спросила, сделала ли ты домашку. У меня остается в этом уравнении молекула углерода. Что я делаю не так? Вся необходимая информация есть на этой странице. Но мне непонятно. Постарайся, Кэмерон. Поговорим после уроков, если ошибешься. Дикие кошки! Дикие кошки! Дикие кошки! Эй, ты! Стоять! Ты цела? Отойди чуть-чуть. Кэмерон, лежи, не двигайся, ладно? Ты плохо выглядишь. Нет, все в порядке. Ясно, Кимми, позови медсестру, ладно? Кэмерон, не вставай. Мне пора на тренировку. Это может быть сотрясение. Не может. Тебя обследует врач, и мы поймем наверняка. У меня нет сотрясения. Я нормально себя чувствую. Эй, ты в порядке? Этот дикий кот крепко тебя отделал. Кто наш маскот? Брэд Нельсон, полный извращенец. Стал маскотом только чтобы быть ближе к чирлидершам. Фу. Кэмерон? Медсестра сказала, ты ударилась головой. Я же сказала, все хорошо.
И мистер Крафт, и Кимми говорили, что она теряла сознание. Что? Ничего я не теряла. Ты должна сходить к врачу. Я в полном порядке. Травмы головы – это серьезно. Когда врач разрешит, можешь вернуться к тренировкам. Ты нужна команде готовой. Мне жаль, Кэмерон, но она права. Продаются выпускные альбомы. Эй! Эй! Какого черта? Ты специально меня толкнул? О чем ты говоришь? Это Хейли велела столкнуть меня с лестницы. Я уже сказал директору Джексону, что был на математике. Тогда кто это был? Не знаю. Этого мальчика надо исключить. Это был не он. Я каждый день имею дело с теми, кто врет, чтобы получить желаемое. Мама, это была Хейли. У тебя нет доказательств. Она вела себя со мной как тварь с самого начала. Может, это случайность? Да. Угадай, кто играет в центре. Врач сказал, что у тебя легкое сотрясение, и тебе надо лечиться. Мама, завтра наш первый матч. Знаю. Всего один матч, милая. Забивай! Как твоя голова? Сотрясение, так что в запасе. Жаль, что ты не сможешь играть. Все в порядке? Да, конечно. Просто странно, когда ты так смотришь. Прости, я просто рад, что ты в порядке. Ладно. Прекрасная работа. Молодцы. Молодцы, девочки. Рада вас видеть. Как у нас дела? Есть выдающиеся игроки. Да, Хейли всерьез вошла в игру. А где Кэмерон Лоу? Я хотела увидеть ее. Тренерский штаб ждет моего отчета. У нее начались проблемы. На поле или вне? И то, и другое. Проблемы в школе, и она не командный игрок. Серьезно? В прошлом году она забивала больше всех в штате. Что тут скажешь? Разочарование. Она не закрепляется в команде. Сложно найти такой врожденный талант. Кэмерон? Привет. Я закончил проверять твой тест. Он не очень хорош. Что я получила? Ты не сдала. Правда? Но я так старалась, честно. Учила до 2 часов ночи. Думаю, тебе стоит повторить курс, перечитать материалы, и мы встретимся еще раз. Да, но чтобы с расписаниями тренировок совпало. Ладно. Как ты знаешь, в этой школе очень строгая политика обучения в связи со спортом. Один несданный тест – это предупреждение. Но если провалишь еще хоть одну контрольную, тебя могут исключить из команды. Я буду работать по полной. Я больше не провалюсь.
Обещаю. Если буду нужен, я здесь. Алло? Нет, это ее дочь Кэмерон. Хорошо. И... спасибо. Спасибо вам большое. О, вот и моя мама. Кто это? Это доктор Джен. Алло? Отлично. Большое вам спасибо. Сюда! Давай! Приняла. Хорошо, хорошо, Мэг. Я готова играть, тренер. Отлично. Рада, что ты с нами. Я пойду в центр. Еще натренируешься, не волнуйся. Нападающие разошлись, разошлись. Защита, играем плотнее. Сзади, сзади. Тренер, я готова играть. Да, я тебя слышала. Верните мне мою позицию. Заслужи ее. Я была капитаном команды в Вестфилде. Именно. В Вестфилде. У Хейли 2 гола и голевая передача. Думаешь, справишься лучше? Я точно знаю. А это перебор. За боковую. Защита, серьезнее. Да, умница. Нет, если он хочет договориться, дом не обсуждается. Нет, я буду драться насмерть. Мне пора. Иди сюда. Тренер Чалмерс, можно вас на минуту? Конечно. Кэмерон сказала, что вы сняли ее с позиции. Сняла. И заменили своей дочерью. Я не отчитываюсь вам о тренерских решениях. Это так, но не могли бы вы объясниться? Слишком уж это удобно. Кэмерон хороший игрок. Но мы выиграли последний матч и возьмем приз без нее. Футбол — это командный спорт. Незаменимых игроков нет. Моя дочь не просто хороша. Она много работала, и я не хочу, чтобы это осталось незамеченным. Не буду спорить. У нее есть потенциал. Я говорю не про вас, а про футбольных агентов. Она хочет играть в колледже и стать профессионалом, а мы знаем, каких усилий это требует. Я не хочу, чтобы она упустила свой шанс. Меня волнует моя команда, а не карьера вашей дочери. Простите. Моя дочь играет лучше вашей, и вы это знаете. Ну и женщина. Что случилось? Знаешь что? Я подам жалобу. Нет, не надо мамы адвоката. Это предвзятое отношение. Если ты пожалуешься, будет только хуже. Знаешь что? Есть судебный прецедент. Нет, мам, виновата не тренер, это Хейли. Пожалуйста, дай мне справиться самой. Ладно. Я просто тебя люблю, вот и все. Ты не будешь здесь сидеть. Я знаю, что ты сделала. Забрала твою позицию в центре? Да, сделала. Это ты устроила, чтобы маскот сбил меня с ног. Что? Тебя сбил с ног маскот?
Это же смешно, да, Кэм? Что с тобой такое? Эй, стой! Отцепись от меня! Хватит! Эй! Достаточно! Она накинулась на меня и дернула за волосы. Она знает, что я лучше нее. Ты привыкла получать все, что хочешь. Достаточно. Ладно, дамы. Тренер, что здесь творится? Она отдала место моей дочери той, кто его не заслуживает. Я заслуживаю. Неправда. Это очень серьезное обвинение, мисс Лоу. Но я понимаю, как это выглядит. Рондо, вы не могли бы прояснить ситуацию? Да, конечно. И прежде всего, я должна извиниться перед вами обеими. Мне стоило лучше разобраться с ситуацией. Хейли, моя дочь, я понимаю, как это выглядит. Но как тренер я усердно работаю, чтобы собрать группу игроков, которые будут командой и при этом будут забивать. В последнем матче мы нашли эту комбинацию. Никто не меняет лошадей посреди гонки, когда выигрывает. Спасибо, тренер Чалмерс. Я ценю вашу честность и готовность понять их точку зрения. Это что, шутка? Кэмерон была центральной весь год на уровне штата. Я читала ваши списки. Хейли ни разу не начинала игру. Она интенсивно тренировалась и уже не та, что была в том сезоне. Может, это правда, но у Кэмерон больше опыта. Мисс Лоу. Кэмерон. Я полагаю, тренер Чалмерс более чем открыто изложила свои причины. И, учитывая, что она собрала 4 команды подряд, выигравшие чемпионат, я думаю, она заслужила право принимать такие решения. Я звезда уровня штата. Я вам верю. Но впечатлить вам надо не меня. И еще нам надо разобраться с инцидентом. Мы не потерпим драк в нашей школе. И обычно это ведет к немедленному отчислению. Но она первая начала. Нет, ты! В этом случае я готов сделать исключение. Но вы обе должны пообещать мне, что подобное больше не повторится. Вообще никогда. Обещаю. Что мне теперь, не защищаться? Хейли. Ладно, обещаю. Хорошо. Ладно, мы закончили. Я могу идти? Нет. Это так глупо. Нас бы здесь не было. Не поиграй ты со мной в Джессику Джонс. Ты заслужила то, что получила. Я никогда не дам тебе играть в центре. Что? Давай. Я очень хочу сейчас разбить тебе лицо. Но лучше закончу вычищать эти Авгеевы конюшни, чтобы мы вернулись на поле. Ну, вперед. Серьезно, эти идиоты все считают себя Пикассо? Скорее, Пикассо. Жду не дождусь, когда закончится сезон. Серьезно? А тебя не достали все эти тренировки? Не есть мороженого и коржиков с тыквой от пуза. Нет, мне нравится. Я только ради этого и живу. Ты говоришь, как будто хочешь уйти. Нет. Да, твоя мама тебя убила бы за такое. Ты не представляешь. Ты хочешь, чтобы я ушла? Какая разница, чего я хочу? Важно только то, чего хочет моя мама. Она играла за штат. А какой-то баран сделал ей ребенка. Почему они не могут нам дать жить нашими жизнями? Потому что у них нет жизни. Твоя мама супертренер. Выигрывает каждый год и с разными игроками. А если не сможет выиграть со своей дочерью? Моя мама забрала меня из моей команды, когда поругалась с отцом.
Ей плевать на футбол. Главное — оценки. Да, мама, отстой. Серьезно? Не хочу торчать здесь всю ночь. Ниже, 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 ниже. Молодец, молодец. Давай, вперед, вперед. Молодец. 30 секунд. Кажется, мне нужно больше. Ты знаешь порядок. 30 секунд. Не могу. Ты пропустила тренировку. Надо догонять. Это слишком, мам. Милая, я знаю, сейчас тяжело. Но потом это оправдается. Поверь мне. Ты что, шутишь? Ты просто уйдешь и сдашься? Ну, это важнее для тебя, чем для меня. Ты не знаешь, о чем говоришь. Вот это все? Я обеспечиваю твое будущее, чтобы у тебя была хорошая жизнь. Думаешь, если бы кто-нибудь сделал это для меня, я бы оказалась школьным тренером? Чёрта с два. Ты не выбросишь мой труд. Агент сегодня сказала, что увидела, насколько лучше ты стала. Ты это хочешь выбросить? Ну уж нет. Ты вернешься сюда, я свистну в этот свисток, и ты будешь работать по полной программе. Давай! Давай! Любой ценой. Я заказала пиццу. Не для меня. Что такое? Ты же любишь пиццу. Эй. Поговорим? Не лучшее время для разговоров. Ладно, в чем дело? Ты пытаешься привлечь мое внимание? О чем ты говоришь? Ты почти не ешь. Так бывает от стресса. Мама, все в порядке. Не в порядке. Это из-за нас с твоим отцом? В каком смысле? Эти твои поездки и работа допоздна? Что? У тебя был любовник? Нет. Это твой отец водил домой женщин. Что ты сказала? Зря я сказала, все не так просто. Боже мой. Я не знала. Послушай, мы оба любим тебя. Мы оба хотим для тебя лучшего. Поэтому мы приехали, чтобы ты играла в футбол. Думаешь, меня сейчас волнует футбол? Кэмерон. Кэмерон, перестань. Кэмерон! Давай, давай, вот так! Отлично! Через поле! Да, 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 да! Все сюда! Я слышала, Хейли ушла. Нет, у нее перерыв на учебу. Мне она сказала не так. На твоем месте я бы больше тренировалась и меньше болтала. Тогда и на скамейке бы не так часто сидела. Давай на поле.
Стоим! Все в порядке, Кэмерон? Мне нехорошо. Жарко, обезвоживание. Попей водички. Нет, меня стошнит. Боже мой! Все в порядке? Кэмерон, привет. Привет. Я слышал, тебя стошнило. Сексуально, да? Но ты отлично играла. Хоть и не на 100%. Спасибо. И вернула свою прежнюю позицию. Да, пока что. Так, слушай, завтра мы собираемся на вечеринку к Кимми. Хочешь пойти? Кто там будет? Хейли пойдет? Я не знаю. Я подумаю. Ладно, только в бассейн не блевать. Как там Хейли? В порядке. А ты как? Не забывай про Хейли. Ее нужно воодушевить. Ты меня понимаешь? Не особо. Я думал... Не думай. Просто делай, как я скажу. Кэмерон, Кимми! Смотри, кого я нашла. Рад, что ты пришла. Пиво? Только воды. Я тренируюсь. Убежденная. Мне нравится. Где Хейли? Вряд ли она придет. Ну, расскажи о себе. О чем ты? Хобби, интересы. Что тебя увлекает по-настоящему? Идем со мной. Я покажу. Ты видишь большую медведицу? Если провести наверх прямую линию от ковша, найдешь полярную. Полярную? Полярную звезду. Она не двигается. Во Вселенной больше звезд, чем песчинок на всех пляжах Земли. Значит, любишь зависать у телескопа? Да. Но, кажется, это и делает нас особенными. Ну как, вкусно? Я не хочу ругаться, мам. Я не ругаюсь. Скажи мне, у тебя освободилось столько времени, почему ты не пошла на вечеринку к Кимми? Какую вечеринку? На ту, куда Пол пригласил Кэмерон. Кэмерон? Да. Давай. Заканчивай, а то опоздаем. 30 непрочитанных сообщений. Кэмерон, серьезно? Какого черта, Хейли? Давай ты прекратишь. Ты мне изменил. Ты меня использовала.
Использовала? Вся твоя семья. О чем ты говоришь? Кэмерон – хороший человек. Какая разница? Нет, послушай, это правда так. Но я люблю тебя. Зря я с тобой познакомился. Привет, Хейли. Какого черта? Думаешь, Пол на тебя запал, потому что ты красотка? Потому что ты лучше меня? Хейли, это была ошибка. Мне правда жаль. Ну еще бы, шлюха. Это он столкнул тебя с лестницы. Каково это, когда бьет животное? Увидимся на поле, сучка! Это был ты? Как тебе хватило наглости меня поцеловать? Мне очень жаль. Почему? Урок начинается. Средний результат по этому тесту 73%. Это просто один тест, так что не расстраивайтесь, если вышло не идеально. Их будет еще много. Неудовлетворительно. Вот и все. Увидимся в следующий раз. Это всего один тест. Нет, вы не понимаете. Я уже на испытательном. Если директор узнает, он выгонит меня из команды. Послушай, я не хочу терять хорошего игрока, но я говорила, что любимчиков не будет. Пожалуйста, я вас умоляю. Не могу. Что-нибудь еще? Да, Хейли. Что с ней? Она сказала, что это Пол скинул меня с лестницы. Серьезно? Она так сказала? Да. И она его подговорила. Ясно. Она и в этом призналась? Я иду к директору. Если не? Вы не дадите мне проходной балл? Это ужасно похоже на шантаж. Ты точно хочешь это сделать? Дайте мне хотя бы переписать тест. Нет. Кэмерон, ты не поверишь, что я недавно видела. Что? Хейли будет ужасно злиться. Я видела, как Ронда... Кэмерон! Ой, что ты здесь делаешь? Ты не пришла домой после школы, я всюду тебя искала. Где твоя мать? Она об этом знает? Да. Конечно. Мам! Меня выгнали из команды. Что? Я облажалась. Ладно, мы разберемся. Я провалила второй тест, мне не дадут играть. О, боже, детка, мне так жаль. Я запуталась, мама. Мы найдем репетитора или еще что-нибудь. Ясно. Что вы здесь делаете? Твоя мама дома? Простите, что беспокою вас, тренер Чалмерс. Чем я могу помочь? Кэмерон рассказала мне о проваленном тесте. Она хочет кое-что сказать.
Простите за то, что я наговорила. Это все моя вина. Я просто не хотела уходить из команды, но я сосредоточусь на учебе и смогу вернуться. Ни один игрок, которого я тренировала, не говорил со мной в таком тоне. Но прийти и признать свои ошибки может лишь честный человек. Я принимаю твои извинения. Я знаю, этот сезон много значит для тебя. Ты переехала сюда ради этого. Будем надеяться, это будет поворот. Ты ничего не хочешь сказать Хейли, Кэмерон? Например? Кэмерон оклеветала мою дочь. Кэмерон, иди в машину. Иди. Тренер. То, что сказала моя дочь, достойно порицания, но я ей верю. Я заявлю на вас в полицию. Делайте, что хотите. Я горжусь, что ты это сделала. Я налажала. Нет. Тебе просто надо собраться. Я знаю, ты умеешь. Ты вернешься. Мам, нельзя идти в полицию. Я и не собираюсь, я их пугала. Не езжай завтра на автобусе, я тебя заберу. Поужинаем. Ладно? У кого-нибудь есть вопросы? Кэмерон, пойдемте со мной. Что происходит? Это серьезное дело, Кэмерон. Вы должны объясниться. Кэмерон, вчера вы попытались шантажировать мисс Чалмерс из-за проваленного теста. Мам, в чем дело? Присаживайтесь. Мисс Чалмерс подала официальную жалобу, что Кэмерон шантажировала ее, чтобы получить хорошую оценку. Что говорит моя дочь? Что не делала этого. Мисс Чалмерс говорит, что вы можете подтвердить ее версию, что вы приходили к ней с извинениями. Я не знаю, о чем вы говорите. Ясно. Возможно, возникло недопонимание. У моего дома вы говорили иначе. Я начинаю официальное расследование. И пока все не выяснится, я отстраняю вас от уроков мисс Чалмерс по психологии. Но мне нужны эти уроки для аттестата. Директор Джексон, позвольте. Кэмерон – многообещающая футболистка, и она ошиблась. Но я не думаю, что ей нужно терять из-за этого весь год. Что вы предлагаете? Чтобы она призналась в том, что сделала. И пообещала, что будет впредь следовать моим инструкциям без колебаний. Без колебаний? О чем вы? Кэмерон. Я это сделала, но я не хотела, чтобы меня выгнали из команды. Ваш тренер предлагает вам третий шанс. Я понимаю и хочу играть. Еще одного раза не будет. Директор Джексон. Вы сказали, что Кэмерон шантажировала Рондо, так?
Чем она ее шантажировала? Мама, мам! Не нужно было переезжать. Когда я вернусь в команду... Вернешься в команду? Ты что, шутишь? Кэмерон, ты хоть представляешь, что происходит? На кону стоит все наше будущее. Забудь про футбол, тебя могли навсегда исключить из школы. Что? Ты угрожала учителю, а потом соврала об этом. Я прикрыла тебя, а ты и это провалила. Они так просто этого не оставят. С этого момента даже не разговаривай с Рондой или Хейли. Я буду отвозить тебя и забирать каждый день после школы. И ты будешь прилежно учиться, слышишь? Мама. Что? Мне жаль. Ладно. Ладно, хорошо. Хорошо. Посмотрим на твой тест. Уверен, в этот раз ты справишься. Это не мой тест. Что? Это не мой почерк. Да, но здесь написано твое имя. Да, я написала свое имя, но все остальное я не узнаю. И я не пишу так, W. Я не понимаю. Кто-то подменил мою работу. Кто мог такое сделать? Не знаю, но это не моя работа. Это значит, что я не завалила тест. Дайте мне еще попытку. Слушай, я не знаю, что происходит, но этого не будет. Пожалуйста. Если ты сдашь следующий тест, я рекомендую, чтобы тебя вернули в команду. Но сейчас есть лишь твои слова. Мистер Крафт, пожалуйста. Кэмерон, я разберусь в этом. Это все, что я могу обещать. Здорово, правда здорово. Извини, я тебя не видела. Тебя еще не исключили? Мне не нужна твоя помощь. Прости. Идем. Привет. Что случилось у директора? Я не хочу об этом говорить. Крутая ты, сучка. Да, это шикарно. Мы проиграли два матча, потому что Хейли играла в центре. Она хороший игрок. С тобой не сравнится. Вся команда это знает. Я стараюсь играть в команде. Мне нельзя злить тренера. Мне очень жаль. Надо поговорить. 9 вечера, Глинферн и Огилви. Привет. Хейли здесь? Нет. Заходи. Тебя сегодня не было в школе. Что случилось? Откуда Кэмерон узнала, что я был маскотом? Понятия не имею. Ты за этим пришел? Перестань. Я помогу с домашней работой. Я больше этого не хочу. О чем ты? Кэмерон должна знать. Она этого не заслужила. Пол, не смей давать слабину. Все это. С меня хватит. Пойду-ка спать.
Ты сделала уроки? Да. Кэмерон. Я тебя не виню. Ясно. Я виню себя. Все произошло слишком быстро. Ты была не готова, а я надавила. Мне так жаль. Я справлюсь. Доброй ночи, мам. Доброй ночи. Вы видели водителя? Нет. А машину? Она была темная, типа синяя или черная. Можете еще что-нибудь сказать? Это был паркетник или фургон? Нет, просто обычная машина. А почему вы были там? Ваша мать сказала иначе. Я получила записку от Пола. Мистер Харрингтон написал это? Думаю, да. Кэмерон, у вас есть водительские права? Нет, только временные. С ним все в порядке? Не знаю. Что, у вас никаких зацепок? Я не могу об этом говорить, но, уверяю вас, мы делаем все, что можем. Я свяжусь с вами. Спасибо. Спасибо, офицер. Мне правда жаль, мам. Я думаю, Пол хотел мне что-то рассказать. Например? Например, о том, кто подменил мой тест. Что-то тут не так. Я не хочу, чтобы ты в это лезла. Это потрясающая работа. Правда? Разумеется. Ты начинаешь разбираться. Мне можно играть. Я знаю, Крафт сказал. С возвращением. Иди, разминайся. Тебе не стоит привыкать к этой форме. Тебе больше пойдет тюремная. Эй! Эй!
Эй! Не разговаривай с моей дочерью. Ты вернулась в команду? 5 за тест по химии. Я так тобой горжусь. Идем. Хейли. Хейли. Я видела, как его сбили. Да, это ужасно. И я видела машину. И? Она была черная. Думаешь, я его сбила? Он же тебя бросил. И что, думаешь, я его переехала? Ты с ума сошла? Может, это была ты? Я не шантажировала своего учителя. Хейли, должна тебе кое-что сказать. По поводу Пола. Тебе это не понравится. Привет. Рада, что ты вернулась. Спасибо. Ладно, смотрим на доску. Вот ваш состав. Что? Я играю в полузащите. Сегодня нет. Это наша первая игра в плей-офф. Вы должны начать с Кэмерон, она наш бомбардир. А я ваш тренер. Я не могу играть на этой позиции. И не буду. Так, это моя команда. И вы будете играть там, куда я вас поставлю. Мама, она играет в нападении, или я не играю? Вперед, вперед! Да, живей, живей, сюда! 1, 2, 1, 2. Ты не хочешь объясниться? Я? А ты, мама? Ты пропускаешь Кэмерон на свое место. А ты трахаешь моего парня. Что? Кимми вас видела. Кимми? Лучшая подружка Кэмерон. Серьезно? О, милая. Тебя обманули. Кэмерон будет играть, а ты в запасе. Что с тобой такое? Кимми не поступила бы так. Милая, тебя обманули. Мне так жаль, Пол. Рунда. Что? Я не понимаю. Это сделала Рунда.
Алло? Нет, просто небольшая вмятина. Глупо проводить через страховку. Да, я заплачу наличными. Вы не подождете? Прошу прощения. Да, я скоро заеду и заберу. Спасибо. Боже мой. Чем занимаемся? Вы подменили мои ответы на тест. Это не так. Да, это вы. В любом случае, вам конец. Мне? Это не я испортила собственность школы, вломилась в класс и вдобавок украла личные данные ученика. Агентам это очень не понравится, Кэмми. Это вы были в машине, так? Вы и на Дженни напали? О, милая, ты так запуталась. Я тебе не враг. Кажется, это было больно. Ты просто понятия не имеешь, с кем связалась. Так что будь очень, очень осторожна. Кэмерон? Привет, мам. Привет, где ты была? Тренировка затянулась. Надо было позвонить. Что случилось? Случайно столкнулись на тренировке. Приложи лед. Я очень устала, просто пойду лягу. Ладно. Доброй ночи, милая. Доброй. Как самочувствие? Нормально. Ты весь день в постели. Точно сможешь играть? Мам, я ждала этого момента с тех пор, как пришла в эту школу. Да уж.
Ты их всех сделаешь, милая. Мы все знаем, что Кэмерон сегодня не было на уроках, и мы не можем рассчитывать на ее появление на матче. Это не важно. Потому что мы больше, чем один игрок. Мы команда. Знайте, что я горжусь, что я ваш тренер. И сегодня финал всей вашей тяжелой работы. Разомнемся как следует. Нам надо выиграть матч. Скоро увидимся. Мы справимся и без нее. Да, Кими? Я кое-что знаю. Так таинственно, я кое-что знаю. Вы и Пол. Это гадко, но мне плевать. Это не мое дело. Я просто хочу победить. А значит, Кэмерон должна играть, когда придет. Если... придет. Ну, я согласна. Не понимаю. Я тоже хочу победить. Все в порядке? Хорошо, спасибо. Все сюда. Ладно, дамы. Когда мы победим сегодня, у нас будет больше выигранных чемпионатов подряд, чем у любой другой команды в истории штата. Сегодня наш день. И никто не встанет у нас на пути. И всегда помните, играем вместе, пока мы едины. Мы непобедимы. Все вместе. Кто мы? Дикие кошки! Не слышу! Дикие кошки! Войдите в историю. Хелли. Это твой день, милая. Сегодня ты будешь сиять. Иди туда и покажи им, кто ты на самом деле. Что случилось? Эй! Это мелочи. Кто это сделал? Мам, нельзя говорить. Ты не можешь так играть. Дай мне сыграть, и я схожу к врачу, ладно? А если случится что-то хуже? Там агенты, я должна играть. Пожалуйста. Пасуй! Осторожно! Бей! Отличный пас! У тебя же травма. Все в порядке. Давайте! Да, отлично. Пас. Вперед. Давай, давай. Вставай в полузащиту. Нападающий, или я уйду. Судья, замена. Ло, ты уходишь. Кэм в нападение. Хейли на правое крыло. Эй. Когда будет шанс, ударь ей локтем вот сюда. На виду у всех? Делай. Мама, меня удалят с поля. Делай, или мы потеряем все, ради чего работали.
Давай, давай! Давай! Какого черта, Хейли? Это вышло случайно. Кэмерон! Кэмерон! О, боже. Я... Нет, Кэм. Кэм. Тебя надо отвезти в раздевалку. Поверить не могу, что ты играла так. Они меня ненавидят. Кого они волнуют? Вот твоя публика. Но они тоже меня видели. Но это была случайность. Мама, все хорошо? Отлично. Теперь ты звезда. Ты. Ты звезда. Все будет хорошо, детка. Что случилось? Большой кровоподтек. Мелочи, я в порядке. Ей надо в больницу сделать рентген. Мне очень жаль. Ты сможешь играть? Тебе нельзя. Мама! Послушай, тебе очень больно. Но, кажется, ребра не сломаны. Хорошо, я иду играть. Кажется, она сказала не это. Я не рекомендую. Мама, я справлюсь. Поверь мне. Дайте ей играть. Мне очень жаль, Кэм. После удара локтем? Это была случайность. Ничего подобного. Выйдите. Мне жаль, что ты не можешь играть. Ты бы нам пригодилась. Вообще-то, она может, если и захочет. Вы уверены? Сестра? Я наложу повязку, и она продержится до конца матча. Хорошо, тогда вперед. Вы обе нужны нам на поле. Увидимся на поле. Спасибо, мама. Все в порядке? Ладно. Кэмерон? Кэм! Кэм! Кэмерон! Кейт! Я слышу тебя, Кэмми. Давай. Сегодня важный матч. Мы должны выложиться на поле полностью. Кейт. Кейт. Кейт.
Я не дам тебе разрушить жизнь моей дочери! Мама! Пусти! Что ты делаешь? Перестань! Мама? 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 Кто-нибудь помогите! Привет, мам. Боже мой. Иди сюда. Залезай. Спасибо. Мам. Прости меня. За что? Это я привезла тебя сюда. Но я все испортила. Я хотела для тебя того, чего не хотела ты. Вот и все. Я люблю тебя, мама. И я тебя, милая. В общем, это было в почтовом ящике. Университет Рандалл. Ну и чего ты ждешь? Тебя. Открывай. Ладно. Хорошо, хорошо. Меня взяли!